Надеюсь, это крутой работ. $500, 600, 700, 800. Нифига себе мы зарабатываем. Вот это мне уже нравится. Девчульки, берите. А, хотя, в принципе, вам бы, наверное, помешало... Ну, помешали бы. Вы посмотрите на себя, куда вы пришли кушать гамбургеры. Вам нужно худеть. Вам нужно худеть, ребят. Вы долго будете стоять здесь заказывать? Вы других пропустите? Вы чего здесь собрали вообще? А, это постоянные клиенты? Ладно, пускай заказывают. Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, и добро пожаловать в Roblox, и я знаю, что вы просто обожаете тайконы, поэтому сегодня я в поиске вбил тайкон и увидел огромное количество разных режимов. Tropical Resort Tycoon, Ресторан Tycoon, Розничный Магнат, Two Player Prison, Mail Tycoon, Аниме Тайконы, знаете, во многие из них мы уже играли, но пропустили один офигенный режим, называется McDonald's Tycoon. Сегодня мы с вами будем строить самый настоящий собственный ресторан Макдональдса. Поэтому, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы с вами погнали. Итак, вот как выглядит Макдональдс в начальном состоянии. Мы должны занять территорию, занимаем все. Это уже Robzy Game Tycoon. У нас вначале есть... совсем немного денег, всего лишь 56 баксов, 56 баксов, я с этого должен начать. Ладно, я думаю, что сам Рональд Макдональд тоже с чего-то начинал. Так, ставим первое, это у нас плита, где можно уже приготовить бургер. У нас есть, смотрите, здесь булочки. Для булочки, алло! Есть сыр, есть огурец, есть горчица, кетчуп, колбаски, или не знаю, или котлетки. И есть у нас два каких-то соуса. Возможно, это какие-то секретные ингредиенты. У нас появились деньги. Небольшие, но появились. У нас первый рабочий за $70. Посмотрите, работает, улыбается. Есть значок Макдональдса. Все, 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 ребята, это наш первый с вами работник. Пускай делает бургеры, пускай зарабатывает нам бабосики. А мы с вами что сделаем? Правильно, соберем наличку. И, наверное, поставим второй гамбургер. У нас здесь можно будет уже гамбургеры. Это, наверное, были чизбургеры, потому что я там видел сыр. А здесь уже, по идее, можно будет делать гамбургеры. Так, $130. Ага, это стойка. Это стойка для гамбургеров, боже мой. А здесь нужно рабочего. На рабочего нужно $200. Окей, что мы с вами сделаем? Мы с вами сейчас что? Правильно, ребята, немножечко, немножечко... Вы посмотрите, супер рабочий, $100 в секунду. Сколько стоит такой рабочий? 149 робоксов? Я не знаю, что это за рабочий, но я себе, я его себе купил. Итак, вот этот рабочий, а что ты делаешь? А, ты из воздуха делаешь мне деньги? Надеюсь, это крутой рабочий. $500, 600, 700, 800. Нифига себе мы зарабатываем. Вот это мне уже нравится. Нанимаем еще одного работника. Так, воу, нифига у тебя прическа красивая. Мне нравится этого паренек, тебе двойная зарплата за твою прическу. Так, мы ставим еще один третий стол. Нужно работника нанять за $750, понимаете? С каждым работником нам все дороже и дороже обходится. Так, это кто? Ох, нифига себе. Все пареньки разные, вы посмотрите. Три работника, все трудятся, делают гамбургеры, чизбургеры, что там у нас, бигтейсти, что они... Ребята, что вы любите больше всего из Макдональдса? Напишите в комментарии, какой продукт. Может быть, кто-то мороженку, может кто-то там Макфлури, может кто-то там, не знаю, гамбургер, чизбургер, Биг Мак, ребята, может. Напишите, короче, в комментарии, кто что из вас любит. Итак, я пока забираю деньги. $3500 у меня уже есть. Так, ставим здесь... Еще, ребята, еще. Ох, нифига себе, блондинчик. Ну-ка, работай, да. Он у нас картошечку фри делает. Смотри, он здесь картошечку пожарил, в пакетики сложил, и все отлично, ребята. Работа на нашей кухне кипит. Правда, у нас нет прилавков, но ничего, сейчас все будет. Еще одного картошечника ставим. $2500 стоит рабочий. Во, это чувачок уже в кепке. Кепка Роблокса, как ни странно, да, заметили? Итак, давайте. У нас есть $1600, у нас есть Ультра Менеджер X 5 мани. Сколько такая? 499 робоксов. Окей, ладно, я понял. Покупаю. X5 мани. Неужели я сейчас буду зарабатывать просто... Смотри, 3800, ну, 3900. Я не знаю, что это ультра... А, я его не поставил, это ультра-менеджер. Вот, а ну-ка, менеджер. Нифига, у него блестят. У него даже зубы блестят. X5 мани. Ну-ка, смотрим. 200, 280, 600, 800. Я не знаю, как ты зарабатываешь деньги, но мне этого, думаю, будет достаточно.
Так, о, ребята, появилась касса. Появилась касса. Здесь раздаточный столик. Посмотри, а что у нас здесь в Макдональдсе? Фрукты, что ли? Нет, в Макдональдсе... Вот, курица может быть. Ладно, но фруктов здесь... У нас еще и кафешка, то есть можно заказывать обычную еду. Это очень странно. Макдональдс, ребята, не находите? Так, компьютер. У нас нету денег. Есть деньги. 6600. Вот этот чувак, кстати, не работает вообще. Плохой чувак. Так, ставим. О, есть. Так, кассир ставим. Кассир. О, смотрите, у нас сразу появился первый покупатель. Как только появился кассир, сразу появились покупатели. Ну, как ни странно, без кассиров покупателей быть не может, в принципе. У нас есть 4800 долларов. Забираем. Ставим в кадровый компьютер. И кассир стоит 3500. Денег таких у нас уже, увы, нет. Ребята, стены. Нужно построить стены, обязательно сейчас заберем деньги. Давайте, стены стоят 3500 долларов. Так, это у нас получается комната отдыха или комната, возможно, туалетная. Я не знаю, посмотрим. 1250 стены у нас стоят. Так, есть, смотрите, у нас появились первые стены. Здесь у нас лучший работник месяца. Кто у нас лучший работник месяца? Никого. Почему? Потому что месяц не прошел, мы только открыли. Мы только открыли свое первое заведение. Так, ставим еще одного кассира, сразу второй покупатель. Девчульки, берите. А, хотя, в принципе, вам бы, наверное, помешало... Ну, помешали бы. Вы посмотрите на себя, куда вы пришли кушать гамбургеры. Слишком вы большие. Вам нужно худеть. Нужно худеть, ребят. Так, 5000 долларов берем. Строим что мы еще? Wall decoration. Так, за 1500 еще. Ребята, мы декорации построили. 480 долларов у нас остается. Давайте мы вот здесь построим, чтобы здесь не было, мы это должны построить. Так, это склад. Здесь у нас будут храниться продукты. То есть у нас есть какие-то поставщики, которые привозят нам там картошечку, курочек там, да, наггетсы там. Все вот это дело. И они, короче, завозят в эту комнатку, машина подъезжает. Вот там сзади грузовичок, привозят продукты. Мы все это дело жарим, продаем. Так, третий кассир стоит 3500. Я понял. 3500. Денежки есть? Денежки есть. Так, кассиры, зарабатывайте мне деньги. Все, есть. Три кассира есть, три покупа... Вы долго будете стоять здесь заказывать? Вы других пропустите? Вы чего здесь собрали вообще? А, это постоянные клиенты? Ладно, пускай заказывают. Пускай заказывают, ребята. 3700 есть. Декорации. Я не знаю, что я за декорации. Что-то я купил. Buy Draft.ru за 10 тысяч долларов. Что это за штука такая за 10 тысяч долларов? Так, этот стоит просто команд... Эй, слышишь, а ты будешь работать сегодня? Или ты просто решил командовать? А, он стоит, короче, в зале и просто командует. Главный... Я понял, это, короче, главный менеджер. Я тебя прекрасно понял. Стены за 3500. Вот. Уже хорошо. Так, двери стоят 4000, ребята. Двери нужны. Двери есть, стен нет. Ну, в принципе, неплохо. Так, 3500 стены. А здесь у нас 3500 и столы 3500. Ребят, пока что у нас еда на вынос. Пока столики у нас еще не поставили. Поэтому, извините за временное неудобство, ребята. Сейчас все у нас появится. Так, сделаем еще одну стенку. Вот, стены появились. Окна нам не нужны. Вот, столики появились. Клиенты, все, можете. Сделали заказ, садитесь туда. Все, сделали заказ, садитесь, заказывайте. Вон у меня покупатель пришел, мой подписчик. По-любому подписчик. Так, есть у нас с вами 7600. Это слишком дорого. Давайте еще столы поставим за 5000 долларов. Остается 2600. Забираем деньги. Почему деньги идут не на кассовый аппарат, а не мне в карман? Хотя, ну да, надо там, чтобы через банк все проходило. Поэтому все правильно. Так, еще одну стеночку мы построили. Здесь у нас стоит 3500 и 3500. Нужно 7000 долларов накопить. Так, давай, 3800, 4000, 4200, 7000 есть. Сразу два предмета покупаем. Это у нас украшение. Да. И покупаем еще столики. Вот, ребята, появилось еще столики на четверых. Здесь у нас столики на двоих. А если вы пришли, допустим, с семьей, вот как у меня, да, я, жена и двое детей пришли, сели, покушали, все по Биг Маку заказали, нахавались, посидели, кока-колки бахнули. Кстати, кто любит кока-колку, ребят, лайк поставьте. Вообще все лайки поставьте. Так, столы нужно купить будет обязательно. И еще украшения. Украшения, видите, вот мы поставили цветочки. То есть у нас веранда. Это у нас веранда, где можно посидеть. Знаете, в Макдональдс приезжаете, и там есть на улице столики. Есть внутри столики. Вот у нас тоже это все есть. Так, здесь еще столы, смотрите. Ух, нифига себе, это стойка.
Это стойка огромная, ребята. Так, у нас с вами 6 тысяч долларов нужно вот сюда потратить. И, наконец-то, я думаю, нужно все-таки сделать окна. Потому что, если вдруг сейчас пойдет дождь, хотя у нас крыши нет, но неважно. В общем, будет ведь от ветра мы защищены. От дождя нет, но от ветра да. Так, что у нас здесь? У нас здесь больше ничего не появилось. Больше здесь поставщики ничего не привезли. Есть пятерочка. Что? Не, пятерочка. Не та. 5 тысяч долларов у нас с вами есть. Так, давайте. Может быть, мы с вами немножечко купим Buy Manager X2 Money за 249 робоксов, как бы странно казалось. В общем, мы нанимаем работников за донат. Этот строгий! Смотри, какой, говорит, а ну быстро картошку жарь! Слышишь ты? Ты, смотри, котлетку не дожарил! Короче, наблюдает. Этот у нас добрый, этот плохой. То есть, знаете, есть такая тема. Там добрый и злой полицейский. Вот у нас есть... Нифига себе! А это... Нифига себе, денег прилетело! У меня 23 тысячи! Ребята, делаем окна, делаем двери. Так, двери Макдональдс. Окна сделали. Что здесь еще можно построить? Здесь еще что-то у нас. Полы. Окна. Нифига себе. У нас окна просто витражи, понимаешь? Окна в пол. Ну, это очень круто. Так, давайте купим стену за 4,50. Я не знаю, что я купил, но я что-то купил. За 3... У нас деньги закончились. Не закончились. 19 тысяч долларов, понимаете? Наш Макдональдс начал приносить колоссальную прибыль. Так, self-order машин. Ребят, это самообслуживание, знаете? Я, кстати, ненавижу подходить на кассу. Я обычно подхожу таким штучкам. Выбрал себе там пару Big Tasty, короче, там. Ну, когда могу себе это позволить, там, да, нарушить свой рацион питания, потому что я на правильном питании, я бургеры, кстати, не ем. Сильное заявление. Так, мы купили еще столики, забираем деньги. У нас в доме 22 тысячи. Наконец-то у нас появился потолок. Все, теперь наши покупатели, мои кассиры, защищены от дождя, от града, от собак. Ну, от собак они давно защищены, поэтому... Ставим вот эту штуку. Так, это что такое? Это МакДрайв, ребята. Это МакДрайв. То есть здесь можно будет обслуживать тех, кто приехал на машине. Знаете, ну, с родителями были по-любому. Вот, у нас первый клиент. МакДрайв, подожди, я хочу посмотреть на него. Я хочу на него посмотреть. Подожди, это вывеска. Вывеска Макдональдс. Где? Где вывеска? Вот вывеска Макдональдс, ребята, у нас появилась. Так, где МакДрайв? Вот, на машиночке подкатил. Говорит, дайте мне, пожалуйста, 7 картошечек фри, 17 МакФлури и 32 Биг Мака. Ну, у нас хорошие покупатели, поэтому, видишь, приехал на машине, заехал, сейчас купится. Мы заработаем за это много денег, и будет вообще все по красоте. Так, декорации стоят 3500, поставили декорации. Билборд 15 тысяч долларов, ребят. Для нас это сущие копеечки, потому что что? У нас с вами есть 27. Дисплеи поставили. Здесь можно смотреть на заказы. То есть, знаете, вы заходите, заказ номер Е273. Пожалуйста, заберите. Вы такие, о, я понял, это я. Все, забрали. Так, давайте, идем на улицу. Мы ставим себе билборд, чтобы привлечь еще больше. Ниф, все, посмотри. Это же настоящий Макдональдс. У нас есть билборд, у нас есть... Вот, вы видели хоть раз в жизни Макдональдс? Я думаю, что каждый из вас видел. Поэтому, ну, посмотрите сюда. Похоже? Похоже. Вылитый Макдональдс один в один. Посмотрим, что мы еще не достроили или все. Мы Макдональдс полностью построили. Проверяем. Здесь у нас все есть. Здесь у нас все запасы есть. Так, здесь у нас тоже все есть. Касса самообслуживания работает. Мы... Ребята, мы с вами прошли Макдональдс. У меня уже 46 тысяч долларов. Сейчас выйдем на улицу. Здесь проверим. Может быть, какую-то кнопочку я пропустил. Хотя мне... Мой подписчик здесь сидит. А что не ноги такие толстые? Надо много Биг Маков есть. Так, здесь у нас нет посетителей. Почему? А почему? А может быть, я что-то пропустил? То скажите потом. Робзи, ты, короче, там не увидел кнопку и что-то не построил. Вы просто меня потом съедите. Нет, ребята, я все. Я закончил свой Макдональдс. Построил свой собственный Макдональдс. У меня есть, смотрите, здесь МакДрайв. У меня есть кассовый. У меня есть здесь касса самообслуживания. У меня есть комната поставщиков. У нас есть веранда. У нас есть общий зал. В общем, красотища. То есть мы сделали реально свой Макдональдс. Поэтому давайте так. Каждый сейчас поставит лайкусик. Не забудьте подписаться на канал, если не подписаны. И не забудьте, и что еще? Нажать на колокольчик. Всем удачи. Покедова.